В связи с происшествием в Сиднее, в столице Соединенных Штатов, были приняты дополнительные меры безопасности. Под усиленную охрану власти взяли Генеральное консульство Австралии в Нью-Йорке, небоскреб Empire State Building, финансовые здания на Уолл-стрит, а также два кафе Линд на Манхэттене. Напомню, накануне в Австралии, в центре Сиднея, вооруженный мужчина на протяжении 16 часов удерживал в заложниках 17 человек. В ходе штурма здания погибли двое человек, а сам захватчик был убит. Как выяснилось позже, им оказался 49-летний беженец из Ирана Менхарон Монис. У него уже были проблемы с законом. Ранее он неоднократно обвинялся в сексуальном насилии и рассылке писем с угрозами в знак протеста против присутствия в Афганистане австралийских военных.